Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Ну что, опять сегодня, ребята, открываем несколько новых для меня бойцов. Так, что у нас тут на этапе? Это я заберу все. Ну что, погнали. Так, секундочку, подожди. Секундочку, сейчас буквально здесь открою. Дубликат на Карнака. Понятно все. Ну что, какие персонажи, ребята? А это у нас будет Фантомакс, Эхо и Поглотитель. Ну что, начнем с Фантомакса. Это из Люди Икс, да? Мутанты, бластеры, неодолимые Люди Икс. Фига, у него там цветочек. А почему его звать Фантомакс? Призрак, что ли, типа? Ладно, первая способность, друзья. Двойной выстрел. Наносит основной цели 30% проникающего урона. Всего-то лишь... проводит одну дополнительную атаку. Персонаж наносит меньше урона союзникам из Людей Икс, когда его заставляет атаковать союзников. Ну, 30%, друзья, ну это что-то как это... не знаю. Вторая поддержка Ева. Дает провокацию. В плане провокации. Он что у нас? Провокатор? Наносит основной цели 100% урона. Если у основной цели есть провокация, вместо этого атакует врага с наибольшим уроном. Такой, знаешь, своеобразный персонаж. Я вижу, что он стрелок, но я бы никогда бы не подумал, что он, друзья, может быть провокатором. Не знаю, если честно. Пока такое. Так, дай-ка я здесь повышу. Мисти Найт. Так, звездочку. И женщине Халк. Тоже третью красную звезду. Прекрасно. Ну что, эхо, друзья мои, эхо. Герой и мир, навык буяны и юные мстители. Это относится к юным мстителям. С такой дубиночкой. Ха-ха. С рождения глухая Майя Лопес обладает способностью копировать чужие движения, благодаря чему стала умелой воительницей по прозвищу Эхо. Даже вот так вот. Она, оказывается, ребята, глухая. Понятно. А почему прозвали Эхо? Прозвали бы тогда какой-нибудь Мимик, Копир, я не знаю. Но почему именно Эхо? И Поглотитель, друзья мои. Благодаря способности поглощать свойства любого материала, которого он касается, Поглотитель превращает отрицательные эффекты на союзниках в положительные и одновременно крадет положительные эффекты у врагов. Вот так вот. То есть, чего бы он ни тронул, трогает алмаз, он становится алмазным. Трогает камень, он становится каменным. Так, и первая способность, друзья мои, это кирпичное избиение. Наносит основной цели 80% урона. А второе, это шаровой таран. Копирует на персонажа и снимает со всех союзных повелителей зла до 2 отрицательных эффектов. Превращает до 4 отрицательных эффектов на персонажа в положительные. Нормально так, отрицательный в положительный, ребята, меняет. Ну, такой типок. Специфический, скажем так. А может быть, оно и к лучшему. Ну что, друзья мои, вот я и открыл персонажи, которых я хотел. Для чего я это сделал? Естественно, чтобы их как можно быстрее прокачать. Так, дай-ка я сюда в налет. А, в принципе, в налете мне уже, по-моему, ребята, делать нечего. Тут уже... все награды, насколько я помню, получены. Да, все награды получены. Вот. Так что если только рейтинг чисто набивать, но это... это не для меня. Так, на рейдах у нас... что там у нас? Давай глянем. Ну, я могу всего лишь один ход здесь сделать. Через симуляцию, само собой. Ага. Так, и здесь. А, здесь, ребят, я все. Здесь я уже взял первое место, так что можно, как говорится, расслабиться. Так, космическое испытание. Ну, насколько я помню, вот этих вот только не одолел, ребят. Ну, не одолел их по одной простой причине, что мне не дали таких мощных персонажей.
Максимально, который был, это, по-моему, 60 там какой-то уровень. А против сотки, сам понимаешь, это бесполезно драться. Испытание зеленого гоблина скоро здесь на событиях. Вообще не понимаю. А, ну это, ребята, не светит мне, потому что у меня нету тех персонажей, которые здесь требуются. То есть, просто, тупо говоря, событие пролетело мимо меня. Завербуйте Железное Сердце в ноябре. Вот я не знаю, ребята, мне нужно еще, по идее, 15 осколков, если я не ошибаюсь. 15 осколков, и тогда бы я ее завербовал. Вот. Даже не 15, ребята, а 10. И тогда бы я ее завербовал. На тигрицу мне нужно 24 осколка. На фантом 30. То есть, ну, еще прилично, ребята. Вот собираю теперь Железного Кулака и Вонга. Также на Агента Венома еще 6 осколков, ребята. И на Пересмешницу всего лишь 3. А Ника Минору... Нет, Ника Минору мы с тобой не откроем. Вонга надо искать, ребят, наверное. Потому что это единственный персонаж, которого мы можем с тобой искать. Но, по-моему, здесь откат. Да, ребят, здесь откат. Да еще к тому же без бонуса. Смерть Пул тоже, ребята, 7 там осталось осколков найти, но это долгая песня, по ходу дела, и не получится найти. Так, вкратце, здесь нужно 975, но сегодня, я думаю, в 12 часов ночи, как обычно, ребята, мне дадут, я возьму, и будет у меня 97. То есть нужно будет еще целый день ждать, чтобы получить. Здесь я брал Локи. Сегодня, да, я сегодня брал Локи. Тут, ребята, мне нужен агент Веном. Тут всего лишь 6 осколков осталось, 6 ДНК, а дадут нам 5. Опять же, одного осколка нам не хватит. Придется опять целый день ждать. Ну, а здесь все, что смог, ребят, я уже вкачал, так скажем. Естественно, сделать я сейчас ничего не смогу, потому что все события, все налеты, все я уже сделал. Войну альянсов я всю энергию потратил. Единственное, что... Блин, меня вот это вот подкупает, конечно, Doom. Но, друзья мои, ну, ты посмотри, кого мне сейчас дадут для испытания этого. Но, ну какой смысл идти вот 24-26 уровень против, я тебе сейчас покажу, ребят. Сейчас, например, вот на первом. Ты посмотри, против кого? 62, 63, 64, 62, 62. Смысла нету. Меня там просто, ребят, порвут. Порвут и выкинут. Здесь тоже 97 и 98 уровни. Куда? Как? Бесполезно. Здесь тоже, ребята, не могу завалить. Из-за вот этой вот... Чтоб ее... Из-за нее. Просто я, ребят, не могу. Вроде и команда, да, такая. Но я не справляюсь. Если так вот, например, сделать. Только злодеи. Да нет, не смогу я, ребят, пройти. Мне кажется, мне все равно она заломает. Звездюлей даст, это команда вражеская. Что тут у меня не получится. Как бы я тут не старался, не пыхтел. Сейчас Колин Квинг будет свои эти навешивать. Кровотечение. Вот ты посмотри, у него, ребят, команда. Ну как можно играть? Я не успеваю ни одного хода сделать. Все, у меня уже никого не осталось. Друзья, ну что это за бред? Ну, согласись. Ничего не успел сделать. Все, уже минус один, ребят. Уже минус один. Как они тут, блин? Вообще трешняк. Просто трешняк. Молодцы, они еще такую команду себе подобрали. Смотри, просто. Против которой, ну, вообще ничего не сделаешь. Да ладно, Минерва, это уже бесполезно. Тут драться.
Я даже не могу Кейджа пробить. Просто, ребята, не могу пробить его. О чем можно тут вообще дальше говорить? Ну, 8 персонажей, то, что они выставили, это, конечно, слишком имбово, ребята. Там хиллер, этот у нас хиллер, насколько я помню, железный кулак. Он там хиллерша, блин, стоит. Плюс этот все время провокацию усиливает команду свою. Колин Квинг, естественно, на нас навешивает, ребята, кровотечение. Ты посмотри, сколько у Таноса. Ты посмотри, сколько у Таноса висит кровотечений. И он, кстати, от него и погиб. Нет. Бесполезно. Пока, ребята, здесь бесполезно. Это надо прокачивать. И вот мне говорят, качай тут команду или тут команду. Ребята, а если я, например, хочу пройти сюжетку, мне абы какой командой не пройти. Это только первый, ребята. А тут еще вон их 6. То есть конкретно я здесь подсел. Просто конкретно. Здесь, блин, кстати, здесь почему-то... Тут надо бы, ребят, как бы пройти. А, я вспомнил. У меня постоянно убивает либо Капитан Америку, либо убивает Псайлок. Это какая-то, я не знаю, какая-то сговоренность. Потому что я не успеваю, ребят, спасти. Либо-либо, потому что здесь массовые атаки идут. Сейчас, конечно, попробуем еще разок. Но это, по-моему, бесполезно. Так, с кого начнем? С гравитора этого? С гранитора? Так, подбили. Эти берут провокацию. Начинается. Капитан Америка сейчас... Давай щиты повесим. Барьер, точнее. Че, Тора? Тора в минус. Побежали. Вот, вот, опять, ребят, начинается Капитан Америка, он же взял провокацию. И его начинает, ребят, тут бить. Смотри. Хила у меня как такового здесь нет, друзья. Ну все, ему крышка. Да что, блин, это просто провокация. Чувак стоит, так, господи, я думаю, че? Да вдову, господи, надо валить, блин. Ни защиты от смерти, нифига нету. Еще 7 бойцов, ребят, впереди, которые выйдут. Все, он стал видимым. Сейчас его заколбасят. Ну как бы его хер... Ну вот как вот его хернешь, а? Так, вдова с контратакой. Пришел, там что-то сделал, непонятно чего. Так, вдову попробуем теперь. Кого-то уничтожили или мне показалось? Ну вот, вот опять, друзья мои. Псайлок нету, этого нету. В общем, как ни крути, Капитан Америка и Псайлока, ну просто, ребят, не спасти. Поэтому я Таноса фармить не могу, блин. Потому что у меня не на 3 звездочки.
их чуть-чуть бы, вот капельку бы, ребят, прокачать бы, именно вот Псайлок, да, и Капитан Америка. Ну, чтобы хотя бы они выдерживали удар. Ну, что это за... Ну, что это за ватники, а? Я не знаю. Что же они за ватники такие? Давай свои награды, фиг с ним. Но самое главное, ребят, что я открыл персонажа. Для чего я это делаю? Чем раньше я их открою, тем быстрее я, друзья, начну их уже, как говорится, прокачивать. А для прокачки нужны... Я вас прекрасно понимаю, кто говорит: Рэй, ты типа за всеми бежишь и в итоге никого не сможешь прокачать. Согласен, друзья мои. Но у меня не на всех есть и элементы. Не на всех персонажей, которые мне нужны, есть элементы. Поэтому прокачиваю, у кого есть возможность прокачать. Здесь, например, видишь, многие хотят подняться по уровню, но... Вот пустельги. Вот эти вот не могу найти, блин. Последние, так скажем, там нужны приготовления. Все, у меня никак, блин, не получается. Нашел. Давай снаряжение ей, ребята, повысим. Угу. До 13 категории. Ну что же, она перешла в новый... В новый, как сказать себе, не регион, ну, короче, в элитную, как сказать-то, короче, в элитную форму, теперь ей нужны шмотки. Вот еще бы мне спасательницу бы тоже, ребята, прокачать, и было бы круто. Но у меня, к сожалению, нету энергии больше. Сейчас посмотрим, кого мы здесь можем еще немножечко прокачать. Так, это у нас по скиллам идет прокачка, но здесь я, наверное... Предпочтение отдам, ребята, Альтрону. Да, нет, вот это вот, наверное, возьмем. Альтрон имба, ребята, играл я за него. Ну, как играл за него? Я брал его в команду. Круто. Круто он, конечно, там выставляет. Ничего не скажешь. Видишь? Толку ей никакого нету, то что... А вот, например, маленькому кому-нибудь, ну, здесь, например, поднимет уровень. Даже здесь не поднимает уровень. Даже Капитан Америка здесь бесполезен. По вашим сообщениям сказали, что Вэл очень даже неплохой персонаж. Также не забывай, что мы с тобой Серси качаем и... Ну, как качаем? Пытаемся прокачивать Серси... И Кариса, да? Они где? Они в 50 или в 45-х, или в 50 каких-то рангах находятся. Чё-то я... Так, вот Серси. А Икара я что-то и не вижу. Так, зверь. Давай зверю тоже оденем. Вот он, Икарис. Так. Давай до 42 уровня хотя бы его поднимем. Всего лишь 5000 мощей. Оу. Эдди у нас прокачивается. Ну, четвертый уровень снаряжения, ребят, конечно. А, не Эдди, а Робби. Это, конечно, ни о чем. Четвертый уровень снаряжения, ну, это смех. Это просто смех. Ровным счетом нам ничего это не даст. Ну, нуб. Одним словом, в чем там? Четвертый уровень снаряжения. Так, осколки. Ну давай посмотрим, может, что выпадет путевое. Вот они специально так делают. Вот я хочу вот этих жду персонажей. Они мне какой-то фуфло, ребята, бросают. Всяких Капитан Америка и еще кого-нибудь. Нафиг мне это нужно, блин.
Я жду там тигрицу, еще кого-нибудь. Нет, они вот, вот такое вот барахло тебе подсовывают. Специально причем. Которое мне вообще не нужно. И наслаждайся, как говорится, им. Ну, давай, множитель, одевай. Так, ну что, получается, вроде бы... Как все, нет. Вот здесь, ребят, тоже идет улучшение. Тут до третьей категории. Так, у нее открылась новая способность. Это квантовый взрыв. Наносит всем врагам 100% урона и продлевает время действия одного случайного отрицательного эффекта на каждой цели на один. Крадет у всех врагов 5% здоровья и распределяет его между всеми союзниками со способностью пимтех. Все союзники с особенностью пимтех получают дополнительно 500 здоровья. Эта способность игнорирует блокировку лечения. Эта атака невозможно избежать и ее нельзя заблокировать. Эта атака игнорирует защиту от смерти и пассивные способности, которые срабатывают, когда у персонажа остается определенное количество здоровья. Нормально. Нормально, ребят, ничего не могу сказать. Игнорирует очень много чего. Круто. Наверное, одна из лучших из команды Пимтех, если брать... А, нет, вот еще этот Шершень, ребят. Шершень крутой. Так, подожди. Вот. Тоже третий уровень получает. Валькирия. Так, у нее открывается там третья способность. Укус клыка дракона. Наносит основной цели 150 урона. Если у основной цели есть защита от смерти, эта атака наносит еще дополнительно 10% урона. Если у твоего персонажа есть готовность, также атакует одного ближайшего врага за каждые два заряда готовности у этого персонажа, нанося 130 урона. Может возвращаться к уже пораженным целям. С каждой дополнительной атакой урон снижается на 20%. И если у цели есть защита от смерти, эта атака наносит 10% дополнительного урона. Снимает все заряды готовности и контратаки прерывает цепочку атак. Ну, неплохо, неплохо, ребята. Ну и все, получается. Больше нам пока здесь сделать нечего. Да, ребята, жду следующего дня. Не знаю, будут ли какие-то события новые или нет, но, тем не менее, персонажей мы открыли. Буду теперь их потихонечку как-то качать. Напишите в комментариях, Фантомикс крутой чувак из команды Людей Икс и про Эхо. Ну, Поглотитель, я думаю, что он... Он протектор, то есть он защитник. Ладно, посмотрим. Ну что, ребята, а на этом пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.